Всем привет. Ходили сегодня, ездили мы на такси сегодня по магазинам, ездили в продуктовый магазин, одежду покупали. В общем, сижу еле-еле. Часа 4, наверное, мы по магазинам ходили. С 3 или с 2. Не помню точно, по-моему, 3 было. 3 часа мы в 3 часа ушли, выехали и потом. Только в 17.30 пришли домой. В общем, хочу, батарейка, наверное, не сядет. Не успеет сесть, надеюсь. Вот, нормально она еще только зарядили. Но уже садится. Ну вот, думаю, успею снять. Хочу показать, вот, это мои конфеты тут лежат. Показать и конфеты, какие я купила. В общем, мои сладости. Вот. В общем, я устала как собака, сейчас покажу. Так, вот это. Сейчас, короче, вот немножко некрасиво, ну ладно. Такая вот там домашнее молоко. Конфета. В общем, очень вкусная. Я сейчас попробую еще раз. Прям птичье молоко. И правда неплохого качества буду брать. По-моему, они даже недорогие конфеты. А как, знаете, брала из дорогих конфет, по-моему, так и есть. Они дорогие, они такие как резина, тоже белые внутри, но ну, ерунда, вот это вот прям на пище молоко. А шоколад придает вкус пломбира, представляете, как будто пломбир ешь, мороженое. Просто я немножко, конечно, шоколад убрала. Вот, это конфета, это батончик, я прям по одной конфете взяла, я всегда так делаю. Потому что они разные, я очень капризная. Я не люблю конфеты все подряд есть. Очень вкусные. В прошлый раз взяла батончик тоже. Или несколько, или один. Такая ерунда. Она... Надеюсь, тоже места хватит. Что-то переживаю. Вспомнила, пустой фотоаппарат или нет. Батарейка тоже стала садиться. Ну, в общем, думаю, хватит. Вот. Она... Какое-то качество было плохое. В общем, мне вообще не понравилось. Все сухое молоко, но это тоже сухого молока, там, да, как они там делают, наверное. Мед вкусное, качество так неплохое. И знаете, такой этот орех такой молотый, вкусно так пахнет. Ну, прям как батончик, как-то хорошее качество. Сейчас покажу. Фантик покажу. Вот это батончик, пломбир. Хотя мороженое пломбир вот это похоже. На пломбир. Вот. Батончик тоже пломбир называется. Вот если хотите, пробуйте. Хороший батончик. Тот, например, был спортивный. Вот пробовать не буду, я уже напробовалась. Сейчас я уберу вот это. Некрасивое. Ну я надо грызть конфеты. В общем, что у меня еще есть? Есть кока-кола. Ребят, попробовала с детства, давно не пила. Просто попробовала. Вот второй раз или третий попросила там за все время-то. И то в ютубе челлендж увидела, и вот еще раз попросила, говорю, давай это. Вообще просила пепси, или как она. Пепси вкуснее. Вот, я уже выпила ее. Сейчас еще попью немножко. Честно говоря, еле говорю. Устала. Так, вот я убираю тут немножко кока-колу. Так, ну что ж начать? Что ж продолжить? Все. Ладно. У меня тут вообще вот много чего стоит, как магазин. Надеюсь, мой голос будет слышно. Вот такое беру. Кстати, еще кое-что, по-моему, не вытащила с холодильника. Тоже там детская. Кстати, я еще и забыла кое-что купить на пробу. Детскую кашу хочу попробовать. Вот такие коктейли я беру, ну, мама мне берет тоже. Я покупаю, когда в магазине. Вот. Вот у меня стоит лимонадик. Вот это, честно говоря, очень, ну, и редко берем. Ну, как-то что-то повадились мы, конечно, но, знаете, для настроения что-то хочется. Я сижу дома, хоть водички попить вкусные. Вкусненькой, вот. И вот мама любит тархун, но, может быть, фирма это не так. Лимонад. Ну, попробуем.
Это вообще пластмассовая банка. Обычно мы даже стеклянные берем, и, ну, стеклянная берем, и она вкуснее. Вот такая бутылка большая, бутылка лимонада. Вот, еще есть лимонад. Это вот лимонад и кока-колу мы покупали в прошлый раз. Ну, это вот сюда, наверное, недавно ездила. Она сама вот ездила пару дней назад, и пришлось сюда опять ехать. А это вот тоже зеленое. Это спрайт. В прошлые разы пробовала грудовые кухни. Не было спрайта, там как-то всегда как-то лысовато, ничего нету выбора, маленький выбор. Там всегда фанта стоит, кока-кола завалить, и этот, пепси была, по-моему, черная, да, она тоже, как кока-кола. Вот я в прошлый раз пепси пробовала, ну, когда вспомнила, просто купили мы. Вот, а это спрайт, я за все детство, я вообще, ну, не помню уже вкуса, даже вообще не помню спрайт. Вот. Так что попробую, я не помню. Думаю, обзор не надо делать, не знаю, зачем. Вот, так. Конфеты, которые не очень мне понравились, вот такие. Вот это конфеты в шоколаде ананас сушеные, сушеные которые. А это там просто начинка, мне не понравилось. Вот они, короче, лежат, но я решила показать. Вот. А вот эти хорошие конфеты, кстати, мы про них забыли. И мама, наверное, не ест. Я ела несколько штук или одну. Вот. Немножко привзяли. Коробка очень вкусная. Прям как на самом деле конфета коробка с начинкой. Так вот вафелька. Только вкусная, правда. Я тоже все не все буду есть. Вот, сейчас еще покажу. Так. Сейчас покажу. Вот йогурт, это у нас с прошлого раза, вот надо доесть, уже срочно надо доесть. Ну, мы просто упаковками берем, потому что магазин далеко, и потом в течение недели, ну, двух недель, месяц, нет, не месяца, двух недель, это где-то так, две недели, и раза два мама, ну, и мама, и я вместе с ней ездим в магазин, раза два точно, а может быть даже и три, не знаю. Вот, вот мы купили, вот с прошлого раза стоит, никак не доели. Вот, это уже показала. Вот, сегодня купили вот это вот. Вот пару дней, это с прошлого раза, позапрошлого, точнее, со старого раза лежат. Это мама свежую купила йогурт, мы потому что запасаемся уже на следующий, так сказать. Ну, продукты покончались, она ездила, прикупила. Вот, это на вот пару дней ездила, уже купила. И вот, а вот эти вот две я сегодня взяла. В общем, мне знаете, что понравилось? Ну ладно, потом покажу. Что я ем, может, в конце запишу. Сейчас разгружу, пока покажу, что вообще. Вот шоколадный йогурт, вот такой. Вот только сладости. Вот. Вот, смотрите, это я брала шоколад, по-честному скажу, вот, значит, это я свежую купила, это, значит, ну, это в этом месяце, возможно, там, в начале, тоже вот как вот, примерно вот этот йогурт мы брали, вот, ну, позапрошлого раза, так скажем, ну, не вот два дня назад, а позапрошлого раза брала, тоже, по-моему, я ездила. Короче, я ездила. Мама не взяла, я брала. Хотя, не помню. Вот. Это мама любит такой с карамелью. Это вот я взяла, давненько не брала, и взяла Альпенгольд. Ну, мне так, как-то сухое молоко. Почему-то я думала, жидкая будет смесь, а она не жидкая. Но все равно пойдет. Они, вот эти вот шоколадки по 20 рублей. Или по 3, дешевые. Вот. Но у меня есть еще тут кое-что. Вот. Это самая вкусняшка. Это вот. Сейчас покажу тут два батончика с прошлого раза. Опять же. Ну просто не жить там, да. Вот пару дней там назад. Ну да. Вот же она пару дней назад ездила. Она купила мне батончики. Но купила немного не тот батончик. Сникерс.
Он с орехами, мне на желудок тяжелый. Вот, а она говорит, я сама съем. Ну, пожалуйста, и Твикс она купила. Это я просила Твикс. В общем, сейчас буду показывать. А все остальное я купила сегодня. Вот, пакетики снизу. Вот. Сникерс большой. Тут их две. И Твикс. Это вот мама купила пару дней назад. Купила. А вот это уже я сегодня купила. Баунти я просто цапнула просто так, ну, надо, как бы, ну, не то, чтобы что-то купить, а разное, что было, купила, блин, все, постепенно съем. Это же я считаю на месяц. Вот, Марс. Я люблю Марс. Он всегда, кстати, свежий у нас, его, наверное, часто берут, не знаю. Люблю Марс, потому что у него нету орехов. Ну и вкусная нуга, вкусная, шоколад тут поверху, сверху вкусный. В общем, я люблю Марс. Вот, конечно, я раньше его не ела, потому что, ну что, он какой-то то карамель это приторная, то нуга это. Вот раньше я его не любила. Но сейчас вот живут ко мне не очень, я вот его ем. Ну, причем с удовольствием ем. Я не думаю, что там супер лучший этот батончик Сникерс. Только что орехи. Вот две шоколадки взяла. Еще скажу по поводу шоколадок. Батончики очень дешевые, по 30 рублей. Вот все. Ну так, в пределах 40 рублей, наверное, да? От 30, наверное, рублей. Вот размер точно не знаю. Ну, 40 рублей. И вот смотрите, если я куплю дорогущие конфеты, которые по 200, 300, 400 рублей, по 100 грамм, там, по сколько. Мне кажется, если я 2-3 вида возьму по 100 грамм, это гораздо дороже будет. И еще не факт, что будет вкусно. Вкусно, вот. Не вкуснее не будет. В общем, и это вот такие батончики. У меня целый магазин. В общем, не все. Такая вот шоколадка. Сегодня взяла. Я не пробовала ни разу. Я видела их полно. Эти на ютубе, ну, пробы снимают. Видела, что их полно, но я не пробовала. Как-то, кстати, я в прошлый раз забыла, их не было у нас. А тут были, я взяла. Ну, там этот, вот эта шоколадка, она со вкусом какого Орео, там, это я все ела, есть у нас. Ну вот не настолько много. Хорошая компания. Вот что-то с молочная с арахисом. Ну вот хорошая. Ну такой дешевый шоколад. Упаковка хорошая, гладненькая. Уж лучше Ну как она, девочка в косыночке. Аленка. Уж лучше ее. Вот. Две жвачки для освежения рта. Лежат у меня мятная лежит целая. И еще одна там половинка лежит. И вот эти там была у меня арбузная кончается. И вот эти все кончились с этим ароматом. Ну, в общем, а здесь остались. Прикупила я. Вот это вот. Это Орбит. Фу. А я ем этот, знаете, что я ем? Гум, по-моему, не Google Гум, а Гум, по-моему, так, три буквы. Вот она по-хорошей, по структуре вообще резинка, ну как, жвачка, резинка хорошая. Вот так вот, не то я купила. Ну ладно, там ничего не было. Вот такие мои сладости, вот мой пакет сладостей. Так сказать, гостиниц. Ну, гостиниц, в смысле, просто так, не к празднику, а просто так. Вот она, вот эта конфетка хорошая. Вот это, так, а я пробовала ее с кокосом. А что ж там, я что-то не помню, что там. И вот это, наверное, наверное, брали. Вон они у нас лежат. Я цапнула, что-то знакомый фантик. Вот такой у меня заказ. Коктейли. Йогурты, лимонадики.
Вот, сейчас покушали. Пробовала конфет немножко уже успела. Еще у меня есть вкусных два пирожка таких. Мама покупала на магазине, у нас делают там булка такая, и они туда курицу, майонез, кетчуп так вот ложат, смазывают, и курица. Ну, больше ничего, там ни капусты нет, капусты ничего такого нету, ни сыра. Вот, мне нравится, знаете, с чем, когда понравилось, вот мама взяла, в прошлый раз взяла, вот, или позапрошлый, ну, короче, взяла она с этим, как у нее, копченым шашлык, курица, ой, вкусно, вкусно так, вкуснятина прям, вот. Сейчас допивать буду. Никак не допью. Вот. И вот тут я допью кока-колу, и пока дня три, наверное, надо не открывать лимонад. Потому что, вот видите, у меня два коктейля стоит. Йогурты. Мама ест. В общем, надо вот это доедать. И йогурты другие подходят. А шоколадки, они вместо конфет, ребята. Так что так вроде можно сказать, что как мы деньги фынькаем, тратим тут налево-направо. Тут есть конфет-то всего. Три штуки купили, они недорогие. И то вот эта вот конфета, я боюсь, что мы ее уже брали, что я помню. Если, может быть, путаю, не знаю. Вот. Эти конфеты, они уже начаты. Ой, шоколадки начатые. А это на прозапас две Марсы. Вот еще есть Твикс белая. Вот Твикс и белая есть. Мне продавщица предложила, я говорю, мы уже брали. Но мне не понравилось. Ну что там? Ну сверху белый шоколад. Он как сухой вонючий шоколад. Ну, сухое молоко. Я не захотела. Я говорю, не, я не буду брать. Вот. Еще хочу показать мои вкусняшки. Это еще не все. Но это вкусняшки были просто купленные, как бы вот я недавно попросила. Такие вот хлопья, очень натуральные, с кукурузой Nestlé, ну да, хорошие. Вот хлопья. Мы брали вот такую, шоколадные хлопья, эти помпушки какие-то, костяшки вот, шоколадные. Вообще вот такую два раза мы брали. Два или три. А вот этот раз мама еще вот такую взяла, Nestlé. По цене не знаю, сколько стоит. Ну, или что-то не очень. Знаете, такие они какие-то липкие, скользкие. Ну, как-то. Вот как-то другие какие-то на ощупь. Как сверху облитые, такие дубовые. А вот эти вот более. Мне показалось даже более лучшие. А может быть и все нормальные, не знаю. Точно говорю, просто так. Точно не могу определить. Вон тоже лежат печеньки. Два вида, но они не очень, я не знаю, будем их есть, нет. Лежат, покупала мама тортик Наполеон кусками, ну такой, кусочками. Он, по-моему, плохой и не очень кислый уже, пропащий. В общем, продавщица сказала, что нормально, но, видимо, уже привезли плохим. Ну и не соврала. В общем, мы его выкинули, прям 4 куска Наполеона, жалко. Ну, и денег жалко, конечно, ну не так денег, но мы губу раскатали, что вот вкусненький что-нибудь тортик, да? Хочется тортика, вот. Мы пирожные до этого брали, такие разные-разные коробочки, как торт из бисквита. Вот, а этот раз взяли на этот Наполеон, а он никакой, ну и все. Вот, да, и вот, короче, у тебя пора на печеньки Наполеон. Про Наполеон печеньки говорила. Вот это вот. Сейчас покажу, как я ем. Вот эти вот хрустяшки, вот эти светлые, я ложу вот в шоколадный йогурт. Очень вкусно. Прям такая хрустяшка получается. А вот шоколадные хрустяшки я ложу вот в этот карамельный. Он же светлее. И тоже такая вкусняшка получается прям. А вот если положить вот эти вот их в шоколадный, фу. Ну, какао много, в общем, не идет. Ну так, вот такие дела. В общем, если вам понравилось, ставьте лайк. Обязательно ставьте лайк, ребята. Давайте набирать, ну, хотя бы 50 лайков, минимум 30.
Вот, я буду рада. Все-таки надо же как-то мой канал поднимать. И я рада, что вам нравятся мои видео. Ставьте всегда лайк, если не жалко. И пишите мне комментарии, что думаете. Чаще, больше пишите, я буду рада. А то даже думаю, что меня меньше стали смотреть. Что-то как-то мало мне лайков, меньше мне пишут, и я что-то уже боюсь, чтобы вы меня не перестали смотреть. В общем, ребята, пишите комментарии. Вот, все, что думаете, что хотите, пишите. Ну, конечно, в уважительной форме. Ну, без гадости, да, но это понятно. Меня почти все нормальные смотрят пока что. Ну, там, за исключением некоторых, не знаю, может, есть такие, недолюбливают меня, но это их дело. В общем, в основном, я думаю, меня нормально смотрят. В общем, пишите комментарии, буду рада. И вообще, приятно, что мне будут писать, и полезно для Ютуба все. Я думаю, вы это все понимаете. Вот. И мне тоже приятно, когда пишут. А то даже расстраиваюсь, что что-то мне не пишут, что-то как-то не то. Вот. Мне так показалось. В общем, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. И надеюсь, вам понравилось это видео, этот обзор моих сладостей. Да, моих сладостей. В общем, все, буду заканчивать видео. Пока-пока-пока. Thank you.